сможешь что-то сменить, что там. Вот витрина, посмотри, угадай, что там внутри. И я могу держать твои не то. Твое лицо ты скрываешь, и чья это там голова. Из-под маски полно не одно, а как минимум два. Поможешь, Генри Дженкин пройдет все, что должен пройти.
дорогу. Я знаю, ты веришь. Веришь в успех, но только учти, что придется идти против всех. Достопочтенные господа, позвольте мне заранее поблагодарить вас за внимание, проявленное к этой проблеме человечества, затрагивающей жизнь и интересы каждого просвещенного члена общества. Давайте не будем тратить время на политес. Будьте любезны, ближе к делу. Господа, в каждом из нас живут две отдельные личности. Одна темная, другая светлая. Одна добро, другая зло. Вся природа человечества такова, что эти две противоположности находятся в постоянной борьбе. Для меня стало ясно, что есть возможность разделить примитивную двойственность человеческой натуры на ее составляющие, то есть выделить то, что наиболее эффективно и функционально, и научиться этим управлять. Эксперименты на животных убедили меня в том, что такое разделение и контроль поведения возможны. Да-да, господа, возможны и не только теоретически. Поэтому я прошу у вас разрешения испытать мою формулу и правильность теоретических выкладок на человеке. На человеке? Да. Ставить эксперимент на человеческой душе, например, на человека экзекуции, подобно лабораторной крысе? С крысами надо кончать, а не погубят ангелы. Господа, я прошу вас разрешения выбрать пациента, чтобы доказать правоту моей теории ради блага всего человечества. Я очень надеюсь, что это будет добровольец. Пациент добровольца? Добровольца. Спасибо и на это. Да. Пациент добровольец, человека, которого общество признало бы безнадежным. Я заточила бы его в тюрьму. Да что ты, Господи, где ты, что ты, какая тюрьма? Вы подвергнете хирургической операции мозг,
этого несчастного существа. Нет, пока нет. Как я уже докладывал ранее, мой курс лечения заключается в инъекции лекарства определенной формулы, но содержащей редкий наркотик. Неужели вы сможете мимо пойти? И имя науки хоть и сострадание, дайте мне одного, чтобы многих спасти. На это скажет церковь однозначно. Нет! Нет! Сейчас врагу в своей бред. Вы не Бог, и так мы уже эти были знаком Малькомом. Вы меня еще возомнили, слишком много тебе. Результат этих усилий крест на собственность тебе. Нет, Мирса Снайдер, я обычный ученый. Я давно уже гляду, что дал Гиппократ. Мне бы только к жизни вернуть обреченных. Ваши амбиции выше сто крат. Я вам готов поддержать все новации. Надо признать, что в такой ситуации, Генри, придется тебе отступить. Моя судьба у вас в руках, и ваше нет для мира крах. Я так близок к цели, господа. Я умоляю вас, скажите «да». Нет, вы помыслите подборок, что мир как отенок, то страшен как птик. Все так прекрасно у вас. Мне провожаю, милый доктор Джейкоб, но прислушайтесь к моему совету.
Продолжайте ваши опыты, но на крысах. А я вам помогу. Я вам пришлю крысоловку. Да. Ну что ж, теперь ты окончательно убедилась в том, что ты сошел с ума. И они еще утверждают, что они лицемерные руки, лицемерные медицины. Лицемеры. Жалкие лицемеры, все до единого. Могущественные лицемеры, Генри. Ты должен был быть крайне осмотрительным. Осмотрительность — это то, чего я могу себе позволить, Джон. Я понимаю, что ты находишься под впечатлением от состояния своего отца. Разумеется, ведь он мой отец. Он дал мне жизнь, я знаю, что я могу спасти его и тысячи других, таких же, живущих в полном мраке, если бы только мне дали возможность сделать это. Если руки связаны, как можно воплотить мечты? И дать совет обязан я. Подумай, чем рискуешь ты? Джон, ведь я же прав, и в успех я твердо верю. Столько сил в борьбе отдав, я сдаваться не намерен. Если ты найдешь ответ, знай, назад дороги нет. Дороги нет. Семь нелегких лет иду, один и вниз медленную даль, но я приду к заветной цели. Кто дал право им решать, давать мне шанс или давать, судить о медицине, обо мне? Смешно. Но я повязан их решением. Смирись, ведь у тебя другого нет. Я выяснил с великим наслаждением Фелистин-Бурер. Чего бы ты достиг, ведь власть, увы, у них. Всевакусь еще ты не лечит от затрат. Вот построил настоящий посад. Бывает редко сюда попадает меня. Собредет иногда погладеть просто так. Заглянуть в дыр, крыть глазком за рассказ. Там в тюрьме, китайцы, посело, в иностранце. Тут прогулять, что мне проблем. Сегодня в праге, там все ночь, а как гаст, как прекрасно, у хозяина дочь. Наказание за подобные деяния не
столь жесток. Да, ему особенно повезло, что именно вы, ваша светлость, олицетворяете эти самые новые времена. Не спешите с комплиментами, это же времена меняются. Если вас доктор Джекил настолько умен, насколько вы утверждаете, то почему он решил помогать всем нищим и сумасшедшим? Я вот сколько лет живу в Сент-Джеймсе, ни разу не встречал ни одного нищего, не говоря уже о сумасшедших. О, ну конечно, это потому что в Сент-Джеймсе полицейских больше, чем нищих. Мистер Денверс. Прекрасно помните. Мистер Денверс, я знаю, что сегодня помолвка вашей дочери Эммы, но я тоже забыла с кем. Моя дочь Эмма обручается с доктором Джеком. О, Эмма, душечка, поздравляю. Надеюсь, вы будете счастливы. А на свадьбу я вам пришлю замечательную красоту. Благодарю вас. Я знаю, кто здесь сумасшедший. Денверс, это ты. Мы тут говорим о твоем будущем зятье, надо просто сойти с ума, чтобы решиться отдать за него свою дочь. Но это не решение моего отца, Эдди Бейкерсон. Это мое решение. Прости, я знаю твой богатый жизненный опыт. Эмма же считает, что Генри прекрасный муж для нее. Да, он настолько прекрасен и идеален, что опаздывает на собственную помолвку. Демонстрирует свой весьма своеобразный стиль. Лучше бы брал пример с тебя. Я прошу тебя. Если бы тем, у кого он отсутствует, абсолютно. Мистер Аттерсон, спасибо, что пришли. Вам я, вы знаете, всегда очень рада. Мисс Кэрри, вы здесь как молоко свежего воздуха. Мы так нужны, но колись дьявольским чарам. Уступать мы не должны, и сумасброд, он вам не пара. Вы пробудитесь, откройте глаза. Еще же не поздно выбраться назад. Любовь прекрасна, что сводит нас с ума. И спорю я с судьбой, и все решу сама. Эмма, вы не знаете, что вам сулит такая жизнь, ведь Джекил просто одержим, он дьявол! Вы же рассуждаете совсем как мой отец, но я-то наконец сумела повзрослеть! Я снова ставлю вас прекрасным мужем, вам уже муж достойный вас вполне. Но я нашла его, того, кто нужен, только мне. Вы не поймете, нет, чем он так дорог мне. Доктор Джекил, он сам дьявол, он же Джекил, его просто обожрал. Я замечу вам, это просто срам, что жених не прекрасен. Я полагаю, что это лучшее лекарство от доктора Джекла. Мистер Страйдер. Фармацевт Страйдер. Прекрасно, вы это мне и нужны. Дело в том, что вы наверняка знаете, где продаются лучшие карсинологи. Видите? Мисс Ян. Доктор Джекла. Сядешь. Я все знаю, отец мне рассказал. Ты не волнуйся, мы что-нибудь придумаем, и все уладится. А сейчас, любимый, я так счастлива, что ты здесь. Ты знаешь, я думал, этот совет попечителя будет пустой формальностью, он казалось. Спеши куда-нибудь. Я сама об этом мечтаю. Я должен сделать все то, что наметил. Я близок к цели, пройдя по пути, как доказать вашим олухам этим, что сделать мне, чтоб безумных спасти. Милый, я готова все пройти, я буду рядом, я всегда с тобой. Иди вперед и сдавайся, побежай твердо, знай, с тобой моя любовь. К
знает, кем я буду. Ты способен сделать чудо. Будь со мной всегда и всюду. В неизведанном краю. Иду, но неизвестности боюсь. Я как моряк, в море скаяс. Вижу маяк, берег мечтаний, если маяк. Исчезает, как одолеть отчаяние. Я для тебя силы найду, боли в болезни приду, ты меня прими, ты меня прими. Не волнуйтесь, сэр, все будет вовремя, не согласно этикету. Поверьте, эти 6 недель будут самыми долгими в моей жизни. А для меня самыми долгими были полчаса этого совета попечителя и лечебницы Святого Фома. Дэвис, ну где же обещанный фейерверк? Вы уже здесь, идеальный доктор Джекилл. Лучше поздно, чем никогда. Впрочем, если вы также опоздаете на свою свадьбу, то найдется охотник заменить вас, например, тот же мистер Страйт. А я, пожалуйста, побуду шафером. Поскольку не бываю в обществе, везде слышу Леди Бекинсфилд, Леди Бекинсфилд. Я лорд Бекинсфилд, я никогда не слышу. Скончался когда? 30 лет назад. 30 назад. Все были безутешны. Я бы не так долго живу хватило. Нет. Я надеюсь, что узы брака помогут Эмме обуздать ваш несколько излишний пыл. Дети мои, гостям может показаться странным, что помолвка происходит в отсутствии главных действующих лиц. Прошу, мистер Аттерсон. Вы как относитесь к фейерверку? Ну, если нельзя избежать. Иногда он просто необходим, да. Как прекрасен пассаж, моя жена не страшна. И кривая маскара раскрывает она здесь и стоит. Обитатель видна. Наша светская жизнь так пресна и смешна, что ее рожи достигают и на весь клубничный. Ну, здесь получишь сполна. Захочешь искать приключений, сюда непременно придешь. А пришел так плати, а иначе учти пропадешь.
ее не дают. А потом не отыщешь след, чей муж и чей костет, чьи удавка пистолет. Свидетелей нет. Здесь не думай о законе, здесь у нас без церемоний, здесь совсем другие отношения. Сколько развлечения, осадка, вожделения, здесь подлого сладкое забвение. А каждому живую услугу и всякую страсть удалим. И в общем-то дешево, утром идешь, а не вредим. Не вредим, только сир ночи. Кошельком зажечь, за них шапкой стучить, не во всякую дверь можно остаться. Начинаешь там ты, можно остаться. Отжидаешь там. Ты где шляешься? Простите, мадам. Рады видеть вас. Проходите, рассаживайтесь. Спасибо, Бетти, дорогу мы знаем. А почему же вы не сказали, что у вас новенькая? Так ты еще здесь? Проходите, проходите. Боже мой, зачем ты мне сюда? Очень небольшой мальчишник после помолвки. Тебе необходимо хорошенько расслабиться. К тому же это кабаре, как говорят, самое пикантное место в городе. Мистер Андерсон, как я рада видеть. Доктор Шекл, боже мой, я рада видеть вас у нас в кабаре. Красная крыса, боже, какой счастье, какая удача, какая неожиданность. Это же Леди Дэвидсон. Да. Это очень мои силы. Она хозяйка от возведения, ты не знал? Ладно, я тебя привел в нее смотреть, тебе необходимо хорошенько расслабиться. Пойдем, пойдем. Да, вам обязательно надо расслабиться. Вы сегодня явно перенапряглись. Там у нас новая программа. Тренейки, девочки. Понятно. Мистер Андерсон, да, что ли, как вы и просили, но самое все. Проходите. Благодарю. Говорят, когда-то мадам сама начинала здесь свою головокружительную карьеру. Да, у нее вот просто смертельный голос. Ну да. Когда-то я была такой, я бы не знала прелести. Что это? А что должно, то и со мной случилось. И лишь о том, грущу порой, и часто думаю, молюсь настолько, как долго я науки дочь училась. Я знаю где, я знаю как. Нет мужчина, и все не так. Так пригласи мужчин, одни и то один. Плати за нас, за наш каприз, так пригласи уже всех мужчин. Давайте всех мужчин. Стесняться вовсе не отвечи. Так выпьем же и пригласи мужчин. От наших глаз, от нежных рук, они от ласка с ума сойдут. А если вдруг, вдруг покинут нас, мы вышибаем клином клин. Как жаль, что рядом нет мужчин. Так пригласи мужчин. Еще не готова, королева красной крысы? Странно, что эта крыса никого до сих пор тут не съела. Спайдер, а?
Накажи ее, только после выступления. А он это может. У тебя 5 минут. Какое доказательство посчитаешь сегодня вышло? Если не ошибаюсь, то это та самая заблудшая овечка, которая нуждается в отеческом утешении. Боюсь, вы сами заблудились, ваше преосвященство. Ваша овечка в другом месте. Ну, вы проходите, только не через зал. Благодарю, благодарю. Наше предназначение творить славу. Творите, как сможете, да. Пока идет представление. Да. Но не забывайте, мы не занимаемся благотворительностью. А, благотворительность в вашем заведении, мадам, отнюдь не унижала вашей безупречной репутации. Стайлер, проводи его, проводи. А, нормально, все. Ну, так быстро на сцену. Постарайся понравиться джентльменам. Thank you.
можно больше не повториться. Тебе повезло, что у меня сегодня приподнятое настроение. Позже я тебе поднимусь, и ты узнаешь, насколько оно приподнято. Простите, могу я чем-то помочь вам? Настоящий джентльмен всегда может помочь бедной девушке, если захочет. Но я действительно хотел помочь вам. Извините. Почему? Потому что сегодня вы отчасти помогли мне. Я помогла вам? Да-да. Чем же интересно? Присаживайтесь. Да. Ваши песни. Зло и добро. Добро и зло. У каждого есть свой выбор. Ну да, действительно есть. У некоторых. Вот вы, например, кто? Я врач. Но легко могу стать пациентом. Не могу представить вас пациентом. Простите. Я пью за вас, за этот час. Я пью за ночь, что дарит шанс. Я не знаю, что мучит вас, но если возникнет нужда, я буду здесь. Нетрудно найти всегда. Пора идти, какая ночь, но если я смогу помочь. С этой минуты у вас есть настоящий друг. Возьмите. Возьмите, возьмите. Доктор, доктор. Джеки. Доктор Джеки. К вашему сыну. Я прошу прощения. Генри, ты идешь сюда? Ты здесь как бы еду. До скорой встречи, джентльмен. Так что с тобой? Ты что, уже не способна затащить джентльмена в постель? Такие нюнчика на дороге не валяются. Да пошла ты. Ну, я надеюсь, что ты немножко отдохнул. Наконец отвлекся от своих чертовых теорий. Кстати, скоро день Святого Валентина. Повеселимся в гей-парке. Ты знаешь, это то, что мне было сегодня нужно. Да, о чем ты? Я открыл очень важную вещь сегодня для себя здесь. О чем ты? Джон, я отправляюсь домой. Мне надо работать. Ночь! Генри, какая работа ночью? Работать, работать! Доктор Джекилл, честь и слава! Так грешны друг
что мой долг не падает духом и под мере сил 2-3 раза в неделю наставлять их. Да, долг всегда обязывает, не правда ли? Упс, 2 или 3 раза в неделю. С Божьей помощью. Ваша светлость не подбросит меня носить. С молитвами. Ну, и с молитвами.